Привет, ребята! Меня зовут Ася. И в этом видео будем смотреть один из выпусков Мармока по CSGO с интересным названием «Месть». Кто кому будет мстить, я думаю, мы сейчас узнаем в видосе. Очень интересно. Вы не забывайте ставить лайки и подписываться, если вам все понравится. И каждый день с 19:00 по Киеву я веду стримы. Мы катаем в CS, общаемся, веселимся. Поэтому заходите, у нас уютно, буду ждать. Давайте смотреть. Давай, заходи. Поехали. Да не дам я тебе ничего, кроме как в задницу. Что? Опять в задницу. Мы вообще не экспериментируем. Ставлю. Стей. Хорошо, ну да, стей родной. Стей. Какие пикантные подробности? Я забыл, как Тёмка называется. Я забыл, как Тёмка называется. Как Тёмка называется? Upper Tunnel. Стой, Upper Tunnel. Upper Tunnel. Не, кстати, я помню, я как-то в CS не играла где-то полгода, наверное. Вот, и я когда зашла на Мираж, я поняла, что я ничего не поняла. Я забыла абсолютно все позиции. Я не думала, что за полгода... Вот ты учишь эти позиции там 3-4 года, юзаешь их каждый день в разговоре, и за полгода я их полностью забыла. Вот реально... Просто под ноль. Я как будто бы заново все переучивала потом. Музыка для КС. Что? Прикрой. Ставлю 4 сиси. Давай, торба с яйцами, заходи. Ладно, пацаны. Я пошел. Куда ты пошел, Даун? Туда. Прости. Ой, на банане прибежали. Этот крадется, кошечка, блядь, сука сраная. Я не слышал, тихо. Я кот. Могу яйца показать. А нормально тут наваляли? Испанку ветром пронесло. Вряд стоят все. Смотри, все зиги кидают, блядь. Что? На машине, отлично, спасибо. Как раз спина чесалась. По-моему, впервые я вижу, чтобы это не Мармок кого-то посадил на нож, а Мармока посадили на нож. Я первый раз вижу из всех выпусков по CSGO. Еще один без головы на Б. У меня что, сейчас еще раз очень будет? Мощное дежавю, пацан. Да, как будто бы одно и то же. Я ему отомщу. Спина за спину. Ну вот, теперь все стало на свои места. А то я уже раз переживала. Опять игл, да? Не-не, нормально, нормально. Ты, может, еще более дигл, да. Потому что, блядь, зачем они форс? А, тогда я тоже коллаж возьму. А то, считай, понапрасну буду крахмарить трусы целый раунд. И шорт, и лонг вроде как. Ну, это ясен. Да. Настрелял, как бык насал. Ну что, сейчас эйс опять будем, бангуем? Здесь вам эйс. Не тут, пошли. Чекайте. На сайте. 4 хп. Ладно, я на Верочку просто отыграю. Пока я пленчу, жопелину мою не трогать. Спасибо. О, идет, слышь? О. Нихуя. Так. А тут появились шансы. Чё он делает? Сейвит. Да не. Нет. Не-не-не, уходи, пока теплый. Придурок. Ну, как обычно, вы знаете, по поводу гадания все пишем в комментарии. Угу. Кому надо, обращайтесь. Что он хотел сделать? Это эйс! Мид еще много. Смотрите, что бомбу из-под носа не стырили. Я чекаю под флешку. Подлагала. А вот и наша принцесса. Что такое? Оф.
Кстати, хотела вам похвастаться. Я, походу, действительно впитываю вот эту силу Мармока, знаете, от видосов. Его скилл в себя впитываю. Потому что с того момента, как я начала смотреть выпуски Мармока по CSGO, я уже с этого момента сделала целых два эйса на пистолетке. Один раз на нюке, один раз на инферно. Причем на стриме есть доказательства того, что я вам не вру. Но суть не в этом. Суть в том, что до этого момента я эйсы никогда не делала. Соответственно, все идет на пользу. Угу. Because I need to pick mid. Because I need to pick mid. Я. Долбоёб, блядь. Ты понял, да? Что? Сам плачет. Я не знаю, я нахуй просто. Что ему надо? Он что, говорит, плачь, типа тебе? Да. Или нет? Ну, как бы есть, но... Но их как бы нет. Блин, там мрач стоит каждый раунд на медуса ВП, да ты? Что? И шаг тупорылый. Last tunnel. Ясно. Понятно. Тогда вот момент. У нас на меду. Вот это сзади, подстава, сзади, конечно. Сзади. Это ты сзади и шапка ходишь. Вот, кстати. Чего не везет? Он на Т-спавне, смотри. Прикрой. Чисто. Кладу какаху на кафель. Есть джангл один. И один Т-спав. У меня идет. Один. Окей, два. Один у меня в апах. Порвал ему жопу через рот. Охуеть! Опа, это нехорошо. Ладно, надо взять бога за яйца. О! Ку-ку. Ты повернулся еще такой? Я так понял, я иду на сейф. У них слишком до хрена времени, чтобы меня не найти. Вот уже спрыгнул. Так, где моя женщина там гуляет? Это самый охуительный сейв. Я тут, блядь, давно... Ты сейчас давай сдохни, дай мне ВП свой. Пошел ты нахрен. За что не сдохну? Сдохнешь. Смотри, чекай, убью, нет, чекай. Слушай, мне ВП надо сейчас, да? Убандую. Спасибо. Так как меня бесит его акцент обезьяний, блядь. Under, one under. Бомб. I drop bomb under window. Он последний, бить его вместе. Короче, пора его... Я не попал. На стандарт, come on, guys. Это ты был, ну, блядь, без сомнений, какой аутист, блядь, АВП берет. Он такой изичный был, блядь. Минус раунд, походу. Я бы охуел сейчас. Четвером мы против одного в андере. Когда он зажат, ему негде спрятаться. Это просто... Апофеоз дебилизма, нахуй. У меня наибольшее время жизни. Я заткнись, блядь. Заткнись. Ничего себе, как у Мармока горит, я первый раз такое слышу. Hello, guys! Ух ты, хорош! Когда ляжкой сел на яйца и такой... Я взял бомбу и дуна. Гага. Нахуй. Давайте. Най, спасибо. Давайте. Уебаны. Ну блин, ну, играли как играли, но мы давали очень дельные к месту советы, но ничего-то носом воротили еще, блядь. Коннект. Тихо, порфаво. Шорт один, шорт видел, шорт прошел. Это ТБ будет. Андер. Дру, может быть. Дру. Блядь. Ой, хорошо. У меня говно по ляжке потекло. Я тебя вижу. Опять есть. Думал, что не вижу, но я тебя вижу. Яма есть? Хорошо. Еще один остался, дайте мне эйс. А пуркуа бы и не па. Мид, вижу его, Марин. Что? Мерси, лео пидо. Эй, падальщики, мне тоже нужно оружие. О, отлично. Ну, гадалка, точно гадалка я. Ты просто имбецил, блядь, серьезно. Я хотел граффити поставить. Я нажал на Г вместо Т, блядь. А ВП выкинул. В стену просто. Мне нужно оружие, блядь. Да. Ну, всякое бывает. Откуда? Откуда? Откуда что? Я не знаю. Откуда мулик ко мне прилетел? Шорта, наверное. Блин, Клинтон, пока я там пытался на ящик запрыгнуть, вас тут расстреляли. Давай пытаться сейвить, хуля. Давай. Я надеюсь, они будут на рожон лезть. Сейчас хороший сейв будет в виде эйса. Топ-мид есть.
Да, ша! Я уверена. Попёрли все разом. И у меня тут. Вас чё, в лесу трогали, хули побежали все. Суицид. Далеко еще пока что. Понял. Так, я респу чекну. А я жопу перекину пока. Вон есть коробка. Да. Хорошо, хорошо. Откройте мне форточку. Ладно, пошли. Хули, Б? Твою! А, суицид! Уравняли шансы. Чё, чё, погнали вместе. Тут мин. Я чмачеч, я вообще настолько чмачеч, мне пух, мне я и сникерс посолить могу, понял? Смотри, уже не идут. Не-не-не, они сейчас тайминг опять какой-то поймают. Давайте, рискните. Трахну во все дыхательные. Спаун еще один. Будет вам момент. Будет спаун еще. Блин, ребята, я опять один лонг. Помогите. Получается, двое эти спауны, один еще один. Топ-тима. Кажется, мы взяли раунд, пацаны. Всем привет, друзья! Нежданчик, да? Знаю. Просто все очень просто. Давно CSGO не было. Кажется, я так говорю в конце каждого выпуска по CSGO. И она должна была выйти раньше халфы для виртуал реальности. Но как я мог отложить столь долгожданный релиз, правильно? По сему CSGO немножечко задержался на таможне. Но вот он тут, а я уже не тут. Всем пока. 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 Не забывайте про мою мобильную игру, ссылка в описании. Сани. Мне было впадлу накладывать эффект эхо, поэтому я симитировал эхо ртом. Да, это еще что, я как-то раз ртом симитировал вагину. У Мармока вообще все выпуски по CSGO были классные, мне все понравились, но по моим ощущениям каким-то, мне кажется, что этот видос был самый смешной. Ну не знаю, может лично мне просто шутки больше всего заходили, но мне кажется, это реально самый орный такой выпуск. Я прям улыбалась все видео, интересно было смотреть. Вы напишите в комментариях, понравилось ли вам. Вот. А мы встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Ну, еще пойду попробую эйса поделать.